Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Егорчев Михаил Анатольевич. Я рабочий из Перми, член Рабочей партии России. Я обращаюсь ко всем трудящимся, в первую очередь к рабочим. Рабочий класс – это класс, непосредственный производитель материальных благ. Вы все острее чувствуете несправедливость по отношению к вам, возросшую степень эксплуатации. Из-за низкой заработной платы вы готовы работать сверхурочно. Вас можно увольнять без объяснения причин. Вас можно унижать и запугивать, угрожать вам и штрафовать вас. Вам можно не выплачивать честно заработанные вами деньги. Отсутствие настоящих рабочих профсоюзов сделает вас беззащитным перед произволом работодателя. Мы, Рабочая партия России, знаем выход из этого положения. У вас не хватает знаний? Поступайте в Красный университет, где лучшие представители интеллигенции будут читать вам лекции. У вас не хватает опыта? Приезжайте на Российский комитет рабочих, где товарищи поделятся своими знаниями и опытом профсоюзной борьбы. И только объединившись в свою партию, рабочие смогут эффективно бороться за свои интересы. Вступайте в Рабочую партию России. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Спасибо за внимание.